Мы в Оттаве, провинции Онтарио. Устраивайтесь поудобнее. Сегодня будет на что взглянуть. Я Александр Ткачев, рядом со мной Дмитрий Савин. Впереди потрясающая игра между Канадой и Россией. Оба сегодняшних соперника играют с открытым забралом. Им так нравится. Скорее всего, голов будет много. Одна команда отлично управляется с шайбой, хорошо атакует и часто бросает. Козырь другой, высокая скорость и мгновенный переход от обороны к атаке. Джиру, и он доставляет ее в центр. Он пасует. Терещенко. Бросил сильно. Бросок принят на себя. Хамкюс. Ледо. Он пересекает чужую синюю линию. Выстреливает. Поблизости от ворот. Никулин. Он пасует. Ковальчуку. Закатывается с шайбой в чужую зону. И он зафиксировал шайбу в ожидании свистка арбитра. Они готовятся к вбрасыванию. Вбрасывание выигрывает сборная России. Шайбу контролирует сборная России. И еще один сейв. Бросает шайбу. Снова они бросают поворот. Стреляет поворот. Пережокину. И он привозит ее в центральную зону. Александр Пережогин по центру. Попов залез в офсайд, и игра остановлена. Они готовятся к вбрасыванию. Белов находит шайбу. Бросает шайбу! Петров. Бросает шайбу! Бросает шайбу. Бросок и шайба в ворота. Середина первого периода и первый гол в матче. Наш форвард сыграл очень умно. Он знал, что шайба будет отбита, и оказался около нее раньше всех. Канада уступает в этом матче. И как? Теперь перед ними очень сложная задача. Бросает без промедления. Передача Соину. Выход 2-1. Бросает шайбу! Он отправляет шайбу в ворота. Два быстрых гола, и они выигрывают уже в две шайбы. Когда он движется на вратаря, то может проделать массу вещей. И все потому, что этот игрок настоящий маляр. Отлично владеет кистью. Россия ведет с комфортным преимуществом в две шайбы. Да, Саша, ведь первый период еще не закончился. Они действительно задали тон с самого начала. Забросил номер 15-й Александр Свитер. С передачи номер 23-й и номер 50-й. Бросает шайбу! Шайба у сборной России. Петрову. Он забирает шайбу. Бросил шайбу. Шайба в воротах. К середине первого периода они оторвались уже очень далеко. Он может очень долго держать шайбу, готовясь к броску. Выжидать момент, когда дернется вратарь. И потом бац! Мудрено переиграть того. Сборная России забивает гол. Шайбу забросил номер 42. Бросает шайбу! Заблокировано прямо перед воротами. Бросает! Россия теперь владеет шайбой. Быстро бросает. Заблокирован. В центре. Точно. Брызгал. Парирует бросок. Сои. Свитову. В центре. Он потерял шайбу. Передача Леду. Стреляет! Проводит бросок. Шайбой владеет Канадой. Стреляет без промаха. Овечкину. Вынесет Александр Овечкин.
стреляет с пятачка. Бросает шайбу. Попадает в игрока прямо перед воротами. Шайба пересекает линию, и это проброс. Судья готов к вбрасыванию. Шайбу контролирует сборная России. Бросает слева, мимо цели. Шайбу подбирает Канадой. Бросает. Пас вперед Радулову. И он переадресует ее в центр. Он убежал от соперника. Сильный бросок. Бросок и гол. Огромное преимущество в конце первой 20 минут. Наш форвард сыграл очень умно. Он знал, что шайба будет отбита, и оказался около нее раньше всех. Счет 4-0 после 20 минут игры. Хоккеисты заняли свои места и готовы к вбрасыванию. Вбрасывание выигрывает сборная Канады. По центру. Вперед. Ледо. Игра остановлена, потому как шайба превратилась в желанный для болельщиков сувенир. Мы готовы к вбрасыванию. Вбрасывание выигрывает сборная России. Бросил шайбу. Шайба заблокирована и не добирается до цели. Бросает шайбу. Заблокировано прямо перед воротами. Судья назначает вбрасывание. Медведеву. Овечкина. И он тащит ее в центр. Стреляет по воротам. Канада берет под контроль. Бросает шайбу. Медведеву. И он доставляет ее в центр. Точный кистевой бросок сходу. Повторный бросок. Он попросту не пробивает. Шайбу подбирает сборная России. Выход 2-1. Бросил шайбу. Слева. Мощнейший бросок. И бесстрашно принимает он на себя шайбу. Он упустил шайбу. Попову. Выход 1-1. Бросил шайбу. От поинта. Отложенный штраф. Пережогин. Заработал штраф. За подножку. Канада собирается играть в большинстве первый раз за этот матч. Александр, у команды есть несколько классных бомбардиров в составе, но они все равно будут играть в танго. Пас вперед Кокареву. Выход 2-1. Пасует вперед Кокареву. Выход 1-1. Выстреливает от души. Он снова парирует шайбу. Шайба находится под контролем Канады. Отправляется за свои ворота. Терещенко. Судья готовится произвести удаление. Джиру будет отбывать наказание. За подмог. Канада не может реализовать численное преимущество с первой попытки. Россия попробует извлечь выгоду из полученного численного превосходства. Мы еще не видели игры 5-4 сегодня, но таких возможностей будет масса. У команды очень техничная первая спецбригада большинства. Бросает мощно. И вот еще один сейв. Ковальчуку. Выход 2-1. Бросил поблизости от ворот. Ковальчук. Еще один быстрый бросок. Терещенко. Он получает встряску.
точно! Пробил. Он снова парирует шайбу. Выстрелил! Слева! Он парирует и этот бросок. Белов! Пережогину. Бросил! Заблокировал! Россия не может реализовать численное преимущество с первой попытки. Пас вперед Пережогину. Бросает шайбу! Овечкин. И еще один бросок. И еще один сейв. Денисов. Жиру. Запускает шайбу. Бело зарабатывает удаление. За толчок в спину. Канада снова играет в большинстве. Сегодня от игры спецбригад будет зависеть очень много. Первый раз забросить не удалось. Посмотрим, что будет сейчас. Жиру. Он пасует шайбу. Лэпдо. И он тащит ее к центру. После 40 минут матча 4-0. Все готово к начальному вбрасыванию в третьем периоде. Канадцы выиграли еще одну вбрасывание. Вынесено. Это свита. Он пасует Кокареву. И он притащил шайбу в нейтральную зону. Бросил слева. Бросок заблокирован. Это Стефан Робита. Жиру. Он убирает шайбу. Отложенный штраф. Пас вперед. Свитеру. Бросает шайбу. Он промазывает. Принимает бросок на себя. Шайба не проходит дальше. Лэдд. Заработал штраф. За подножку. Сбрасывание выигрывает сборной Канады. Бело выходит со скамейки штрафников, так что его команда уже играет в большинстве. Стреляет без промаха. Шайба переходит к сборной России. Пас вперед Пережогину. Линейный арбитр зафиксировал проброс, как только шайба пересекла линию. Все готово к вбрасыванию. Терещенко выигрывает вбрасывание. Он пасует Радулову. Он передвинул шайбу в чужую зону. С неудобной руки. Бирюков. Никулину. Отдан пас Радулову. Принят на бегу. Выход 2-1. Стреляет по воротам. Еще один бросок. Лэпдо увидел, что истекло его штрафное время, так что его команда больше не играет в меньшинстве. Мощный бросок сходу. Россия подбирает шайбу. Терещенко. Он отправляет шайбу в зону атаки. Выход 2-1. Бросок сходу в касание. Сборной России. Цель справа. Шайба переходит под контроль сборной России. И снова еще один цель. Шайба находится под контролем сборной России. Выход 1-1. Прорезает пространство броском. Шайбой владеет сборной России. Пасует шайбу Овечкина.
Атаки! В центре. Выход 2-1. Он получает хорошую трёпку. Попов. Бросил в касание. Попадает в игрока прямо перед воротами. Александр Пережогин. Шайба под контролем игроков сборной Канады. 100. Он пасует Кокареву. Точный кистевой бросок сходу. Ровида. Жиру. Шайбой владеет сборной России. Радулов. И он доставляет ее в центр. Быстрый бросок. Отличная работа клюшкой. Он хорошо выбрасывает шайбу. И снова еще один сейв. За воротами. И снова бросок. Отличная игра вратаря. Медведи. Судья готовится произвести удаление. Пережогину. Он будет оштрафован за подножку. Россия. На очереди еще одна двухминутка игры в большинстве. Посмотрим, как они справятся в этот раз. Если будут играть в свою игру, будет все неплохо. Он получает встряску. Никулин захватывает контроль над шайбой. Свисток арбитра означает офсайд. Игра вот-вот начнется. Белов. Попов. Выход 2-1. Бросает шайбу. Самого пятачка. И мы перевернули очередную страницу в великой книге хоккея. Россия выигрывает эту встречу. Окончательный счет 4-1. Были Александр Ткачев и Дмитрий Савин, которые вели репортаж из Ледового дворца Electronic Arts. До следующих встреч и не падать духом!